лет на территории Санкт-Петербурга. Давайте поддержим дружными аплодисментами ребят, которые сейчас порадуют нас своими работами. Встречайте, презентация 8-го А-класса «Народ армяне». Свое повествование я хочу начать с упоминания моей любимой социальной науки – статистики. По данным переписи населения за 2010 год, больше всего армян на территории Российской Федерации проживает в Краснодарском крае, Ставропольском крае и Москве. Теперь же перейдем к истории. Армяне – один из древнейших народов Азии, сложившийся на территории Армянского Нагорья между 13 и 6 веками до нашей эры. По мнению ученых, антропологически армяне являются потомками урартов, хуритов и луицев. По поводу древнего происхождения армян есть следующая шутка. Вышла Бог Адама и Еву на землю, а там, под деревом, сидят армяне и заворачивают долги. Адам говорит: «Господи, кто это?» Господь отвечает: «Не знаю, они до меня землю». Начало национальной литературы восходит к 405 году нашей эры, что связано с созданием армянского алфавита. Одним из лучших произведений армянской литературы считается исторический роман Самвел, писателя Рафи. Действие книги разворачивается в Великой Армении в 4 веке нашей эры. Во время правления Ашака II Персия намеревается захватить страну. Отец главного героя Самвел стряхнул Персию. Произведение о любви к родине и жизненных ценностях. Поговорим о национальном костюме. Основу женского костюма представляет платье с прорезями от талии до подола. Трение богато украшено. Обратите внимание, у одной из дам на голове особая башенка с монетами. Это головной убор на мой взгляд. Еще при этом входит шалвар, шерстяные рисовки, кафтан для колен и рубаха. А теперь поговорим о народе в Лисе. Мартиро Сарьян, художник-живописец. Имя при рождении Аванеса Ивайза, живописец Марина. Георг Башинжадян, живописец пейзажей. Озеро Сиванс является символом Армении так же, как и Арарат. В этом озере водится сиванская форель, которая ценится во всем мире. Михаил Таривердиев, композитор, написавший музыку к культовым кинофильмам «17 мгновений весны» и «Ирония судьбы» или «Слепым паром». Шарль Азнавур, всемирно известный шансонье, композитор, актер. Он хоть и родился во Франции, но не забывал о своих корнях и стал почетным послом Армении в ЮНЕСКО и Швейцарии. Роксана Бабаян, известная певица, актриса театра и кино. Раз мы затронули тему музыкантов, нужно упомянуть и инструменты. Самый известный из них – шли, дудук и ут. Сейчас вы слышите, как играет дудук, музыку которого в 2005 году ЮНЕСКО провозгласила шедевром нематериального наследия человечества. Народные танцы – неотъемлемая часть культуры. Особое место среди них занимают коллективные пляски. Танец качари включен в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Не забудем мы и об архитектуре. В Санкт-Петербурге расположены два храма армянской апостольской церкви. На Невском проспекте – церковь Святой Екатерины. И на Смоленском кладбище – церковь Святого Воскресения. Стоит упомянуть, что армянская диаспора Петербурга зародилась в нашем районе в 18 веке на Третьей линии. Напоследок мы оставили самое вкусное. Армянская кухня – одна из древнейших кухонь Азии. Она очень богата различными рецептами и оказала большое влияние на все кухни окружающих ее стран. Теперь топ-3 армянских блюда, которые мы рекомендуем. Шарот – сладость из заваренного виноградного сусла, муки, воды, сахара, резких орехов и специй. Фасбаш – суп на основе бульона из баранины, с луком и каштанами или картофелем. Таравац – шашлык. А теперь передаю слово моим коллегам. Дорогие гости! Сегодня мы вам расскажем пословицы и поговорки на армянском языке. Сычи пи, мы пи, кты, что на русском означает.
Мекки, Балоли, Хамар, Балоли, Мекки. Один за всех, и все за одного. Хамбиру Туги, Кянгу, Е. Жизнь, терпение. Кани, Лезу, Китес, Айкан, Мальдес. Сколько языков знаешь, столько ты человек. Мидзерки, Ца, Чита. Одной рукой не захлопаешь. Михели Лаве, Ирусы, Авели. Один ум хорошо, а два лучше. А сейчас закат. Воскитюри, Янков, Евгоч, Бог. Чел Сец Вангер. Переводится она как «Золотая сабля упала, а звона никто не слышал». Ответ на эту загадку Амели. Как вы думаете, какой ответ на эту загадку? Три загадки на русском. «Золотая сабля упала, а звона никто не услышал». Что это? Правильный ответ. Луч солнца.